Приветствую вас. Обратите, пожалуйста, свое внимание на то, что вы не задаете вопрос. То есть, вот вы говорите, что делать, если парни расстаются со мной, да, из-за моего прошлого. Что делать, чтобы что? Сохранить, удержать парней вы хотите, например? Или что? В чем вопрос ваш заключается? Несколько вот более, ну, более подробно раскройте, пожалуйста, этот момент. То есть, ну да, вы встречаете таких парней, которые расстаются с вами за вашего прошлого. Означает ли это, что парней в ваших отношениях интересует только ваше прошлое? И означает ли это, что вы выбираете таких парней, которые важным считают прошлое, а не настоящее, например, и не будущее? Ну, как бы вопрос, он в этом больше, а не в том, что вам делать. Вы кого поменять хотите, собственно говоря? Вы хотите поменять своих, ну, своего парня вы хотите поменять? Или вы хотите поменять, ну, своих парней, точнее, вы хотите поменять, да? Или что-то еще? Вот. Такая вот история. И мне кажется, что это первое, на что вам желательно обратить внимание. Вот. Дальше. Следующее, что вам нужно делать, это выработать адекватные отношения к, ну вот, к своему прошлому, которое вам не изменить при всем желании. Вот, то есть при всем желании вы не сможете изменить свое прошлое. Поэтому здесь, на мой взгляд, имеет смысл, опять же, просто определиться с тем, как вами воспринимается то, что вы вот, то, что у вас есть определенный бэкграунд, скажем так. Вот, это очень важно. Это очень важно, очень полезно, очень ценно для вас, чтобы вы не демонстрировали какое-то двоякое отношение к своему, ну,
прошлом году. Вот. Следующий важный момент, это момент, связанный с вашими целями, с вашими задачами, с вашими ценностями и с тем, куда и к чему вы стремитесь, в общем. Следующий момент связан с этим. Почему? Потому что от того, в какую сторону вы движетесь, зависит то, каких людей вы встречаете на своем пути. И если вам встречаются мужчины, которые интересуются вашим прошлым, то есть не уверены в себе, то очевидно, что как-то вы, ну, не совсем адекватно и конструктивно выстраиваете эти самые отношения с ними. И как-то вы не тех мужчин выбираете, а ведь выбирают мужчин люди, выбирают партнеров люди, как правило, исходя из своих ценностей. Да. И вот у вас ценности, судя по тому, что ваших партнеров интересует именно прошлое, а ваши ценности, они, ну, в какой-то степени, они, наверное, вам не подходят. Вот. Раз не получается у вас выстроить такие отношения, которые бы в той или иной степени вас могли бы устроить, да? Вот. Вот то, что я мог бы вам ответить. То, что я мог бы вам сказать пока что, на данный момент. Было бы здорово, если бы вы раскрыли свою ситуацию подробнее, если бы вы рассказали о ней более подробно, чтобы мы могли помочь. Ну, для этого выберите себе психолога и начните индивидуальные консультации. Я думаю, что и гармонизировать отношения к себе и к своему прошлому, и выстроить адекватную форму женского поведения, все это вполне реально. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.